Здравствуйте, гости и подписчики моего канала. В этом видеоролике я вам покажу, как приготовить вот такой вот простенький, быстренький салатик и к тому же очень вкусный. Теперь давайте я вам покажу, как приготовить этот салатик. Для его приготовления понадобится пару вареных яиц, несколько крабовых палочек, плавленый сыр, морковка по-корейски. Ну и для заправки майонез. Для начала берем, нарезаем наши крабы на полосочки. Вот такие вот полосочки нарезаем. Теперь вареные яйца нарезаем на кубики. Вот так вот. И второе тоже. Можно еще натереть на крупную терку. Теперь берем дружбу и тоже нарезаем на кубики. Теперь вот сюда вот добавляю морковку по-корейски. Все ингредиенты я добавляю на глаз, ничего не меряю, не измеряю. И заправляем это все майонезом. И теперь осталось только перемешать. Все, вот такой вот салатик получился. Очень быстрый и очень вкусный. Всем до новых встреч!